В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоялся вечер азербайджанского мугама «Шушинских гор. Вершина окутана туманом». Концерт был посвящен годовщине по случаю окончания Второй Карабахской войны. Мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджанской республики в России, представительства фонда Гейдара Алиева и ЮНЕСКО. Наш сегодняшний концерт посвящен годовщине со дня исторической победы азербайджанского народа. Он посвящен освобождению наших земель и, конечно же, он посвящен освобождению Шуши. Именно поэтому такое символическое название. Вы сегодня услышите замечательные жемчужины, которые на протяжении долгих лет и веков были сочинены и произведены здесь, в Шуше, в Карабахе. Мы пригласили лучших певцов среднего поколения, которые подхватили эстафету старших мастеров карабахского направления. Это Джабар Гариахды, Хан Шушинский, Сеид Шушинский, Бюльбюль, Васиф Адгюзалов и многие другие. И сегодня на эту сцену выступают замечательные певцы, которые представляют азербайджанский мугам в Москве. Все очень рады, что сегодня представим вам азербайджанский мугам. И сегодняшний концерт называется «Шушинский гор вершины окутаны туманом». Это национальная песня. Вот первые слова азербайджанской национальной песни, традиционной песни Шушанын, даглары называют, горы Шуши, так называется. И, конечно, дальнейшая программа у нас будет сегодня азербайджанские традиционные как бы песни, мугамы, азербайджанский мугам, классический мугам. И сегодня у нас будет выступать четыре солиста мугамных республиканских конкурсов и, конечно, среди них, которые заслуженные артисты Азербайджанской республики. И их будет сопровождать мугамный ансамбль, который художественным руководителем являюсь я, заслуженный артист Азербайджанской республики Сахиб Пашазаде. И четыре инструмента, конечно же, национальные инструменты: тар, кеманча, балаба и нагара, ударный инструмент. И все наши музыканты, все наши солисты, мы очень-очень рады сегодня представить российским зрителям сегодня наш мугам, нашу музыку. И, конечно же, вдвойне нам счастливее, что счастливы, что, конечно, после уже Второй Карабахской войны мы уже представляем наш мугам, как бы уже мы все горды, мы все очень-очень счастливы, очень рады, как, конечно же, гражданин азербайджанский и как музыкант вдвойне. В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Пулат Бельбулаглы, посол Турции в России Мехмет Самсар, а также представители российской общественности и азербайджанской диаспоры. Пулат Бельбулаглы поприветствовал гостей вечера и подчеркнул, что он очень счастлив от того, что на сцене Московской государственной консерватории прозвучала одна из жемчужин азербайджанского мугама «Карабах Шкестесе».